Гон дубовый лес хорош. Привет. Давно. Давно, давненько. Николай, Николай, Коля. Вернуть баллы, все уже все. Скажи пока-пока, баллы канала. Пока-пока, баллы канала. Надо было раньше. Все, уже все. А ты кто такой вообще? Ох, лоска лимбая. А ты кто? Ты кто? Я тебя не знаю, чел. Ой, бля. Куда пойти? Ты кто такой, Хлоскалимбалалея? Кто это? Я тебя не знаю, в первый раз тебя вижу. А кто ты? Кто ты такой по жизни вообще? Ой. У
Николай, Николай, Коля. Ты о чем? Эй, вот Бебрик, кто это? Чё за тип? А? Чё это за человек такой? Кто это?
Привет, Бибра. Что делаешь? На учебе? Биброчка учится. Блин, почему они проходят? Как так вообще?
На украинском языке? Так это же твой родной язык. Как может быть скучно? Мне интересно, что он рассказывает-то. Хочешь писать, ну, перепиши страницу книги. Договорись с учителем. Скажи, давай я перепишу, вы мне пятерку. Все такое. Включить микрофон? Что микрофон? Какой микрофон? Ты что, на дистанционке? Понятно. Дистанционка. Бум шоколака. Ай, блин. Сейчас сдохну.
Металла мало. Деревня. Или нет? Походу нет. Так я 2 дня не стримил. Я не стримил 2 дня, я болел. Ух ты, какой биом. В темном синем лесу. Лиса. Маленькая лисичка. Понятно. Да, Twitch тупит в последнее время жестко. Очень жестко. Что поделать-то? Ой. Что-то ни одной деревни нету.
Ну, может, он занят и не может. Что поделать, он уже занят, может быть, дела какие-то есть. Где эти деревни, вообще непонятно. Ни одной деревни не вижу. А вон нашел. Что-то есть. Небольшая деревенька. Кис-кис-кис. Пипец, почему тут так пусто? Фига, второй этаж, блин. Нифига, двойные двери еще. Обалдеть. Ой, да неужели? Гея в голосовом чате? А где это голосовой чат? На Твиче есть такое? Ищу гея, писать в ЛС.
Сори. С ними общался хорош чел. Зачем тебе гей, когда есть натурал? Окей, пока. Не ешь лису. Нет. Он съел лисичку. У кого растут ясы, как у ёбаной лисы?
Так, 70. Семьдесят пять, еще 50. Тридцатка. ГСП, что такое ГСП? Ну ладно. Ну да, я же тупой. Точно, я забыл, что я туповат. Что поделать-то? Медленный режим против этих, как его, спамеров словами. Чтоб много сообщений не писали. И нет говна, у меня тоже нет говна. Лестница какая-то. Ух.
Ну, минус 5 получается. Мелкий. Да, сегодня хорошая погода. Надо бы погулять. Тепло, пока тепло. Могут опять появиться заморозки. Боже. Ого,
У тяночки есть тянка. Или к Таньке. Минус 51. Алмазов не наблюдаю. Есть обсидиан. Yeah.
Да, баннер Аяки у всех на 240 дней. Потому что неизвестно, когда будет обновление. Поэтому так. Обновление еще не скоро, поэтому долго будет баннер Аяки. По-моему, даже там шанс выпадения сделали больше, но это не точно. Семьдесят пять. Но вот со следующей крутки у тебя будет повышенный шанс выпадения. Возможно, ближайшие 5 круток она тебе упадет. Вот так вот. Пятьдесят на пятьдесят. Возможно, ты проиграешь. Или выиграешь, не знаю, кому как повезет. Баннер Аяки на самом деле щедрый должен быть. Гибель. Делюк не очень. Делюк не очень, я бы не советовал делюка. Ой-ой. Подруга майнит делюка, понятно. Ну чё поделать, бывает. Чё-то вообще алмазов нету. Где все алмазы? Кто все алмазы украл? Бебра украла все алмазы. По-любому. Бебра, признавайся. Понятно. Thank you.
Отдай все алмазы. Верните алмазы. Какой-то дурацкий биом мне не нравится вообще. Ой, нет, не умирай, бебра. Защитите черепашат. Защитите черепаша. Ой. Выживание, приключения. Опять такой же биом. Прикольно.
Он упал. Где-то в жопе. Один.
Бей их, голем.